сыр в ярославских магазинах на сыр похож только внешне. Во вторник стали известны промежуточные результаты оценки качества молочной продукции. Образцы закупались выборочно в разных торговых точках города. Результаты анализов почти всей молочки оказались неутешительными. Из 16 образцов сыров только 3 соответствуют заявленным требованиям. Причем как по составу, так и по физико-химическим показателям. Мониторинг качества, инициированный главой региона, продолжится. Первый рейд прошел в крупном торговом центре и на Залужском рынке. Аналогичные контрольные закупки теперь будут проходить на постоянной основе.